Ё-моё! Блин, Алина, я немного пролил энергетик. Бруно, может мне вот такой нос сделать? Или вот такие губы? Как тебе такое? Слушай, Алин, может хватит краситься уже? Давай что-то поиграем просто. И во что ты собрался играть, Бруно? Ну, не знаю, можно в что-то старое? Например, в Соника, который 93-го года. Слушай, давай, я в детстве 100 раз в него играла. И вообще там миллион очков собирала. Бруно, я запускаю игру. У тебя она уже скачана, что ли? Конечно, я ждала этого часа, чтобы тебя выиграть. Подожди, а мне скачать-то нужно? Вот ты пока скачивай, я тут это порепетирую. Во, вроде скачал. Запускаю. Бруно, давай на счет 3 начнем играть. 1, 2, 3. Погнали! Давай, Соник, быстрее! Это мой Соник, быстрее давай! Ну же, давай, блин, собирай колечко! Слушай, Алин, у меня что-то подлагивает игра. У меня все нормально, ты просто играть не умеешь. Эй! Блин, Алин, у меня вообще невозможно играть. Я не понимаю, что происходит. Эй, Соник! О, вроде перелагала. Ладно. Бруно, я сейчас тебя победю. Слышишь, ты проиграешь мне. Я великий Соник-мастер. Да я уверен, у меня уже больше очков, чем у тебя. Блин, Алин, у меня опять все лагает. У меня Соник то вперед, то назад идет. Игра как будто заново начинается постоянно. В это вообще невозможно играть. Алин, ты меня вообще слышишь? Бруно там лагает, поэтому я сейчас выиграю. Так, ребята, я почти на финишной прямой. Еще колечко. Да, я выиграла. Алин, у меня здесь на экране что-то прям страшное. Слушай, можешь подойти и помочь? Я не понимаю, что мне с этим делать. Бруно, у тебя что-то с камерой. Ты, видимо, какой-то провод задел. Кажется, мне сейчас комп сломается окончательно. Что ты говоришь? Ничего не понятно. Бруно, ты можешь говорить в микрофон? Алин, мне нужна твоя помощь. Ребята, я только что видела Соника. Бруно, у тебя за спиной Соник. Аксия, обернись. Ты меня не слышишь. Бруно, обернись. Исчез. Видимо, Бруно какие-то классные фильтры поставил. Пока Бруно там разбирается со своей камерой, я 100 раз успею его обыграть. Ха-ха. Это кто? Это какой-то страшный, странный Соник. Ты куда Бруно дел? Эй, ты меня видишь? Ребята, это какой-то необычный, очень страшный Соник. Даже страшнее, чем Соник Экзи. Да это, наверное, Бруно надо мной шутит. Он любит это делать в 3 часа ночи. А ну-ка, давайте я ему позвоню. Только попробуй не взять трубку, Бруно. Бруно, ну возьми трубку, ты чё? Хватит шутить. Нам уже вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Бруно, что с тобой стало? Ответь мне, пожалуйста, как освободишься. Ребята, я, кажется, поняла. Бруно просто не умеет играть в Соника, поэтому он так слился. И, значит, я тоже не буду на это тратить время. Лучше почитаю книжки. А ну-ка, закрывайся, игрушка. Ребята, игра не закрывается. Подсними. Ребята, я не могу закрыть эту игру. Она не закрывается. А это что? Хочешь поиграть еще? Тут какое-то сообщение дурацкое. Бруно, да ты вообще... Я с тобой играть вообще не хочу. Ой! Ребята, кажется, я тут немножко что-то сломала. Да и ладно. Пойду поем. Так, ребята, что у нас тут есть? О, йогурт! Я как раз очень сильно проголодалась. А если сейчас еще посмотреть свой любимый канал, то вообще будет самый лучший день. И об этом дурацком Бруно я и забуду. Ребята, сейчас заценим новый ролик. Мне повезло, тут все починилось. Так, Бруно, что у нас там вышло? Ребята, здесь 0 подписчиков у Бруно на канале. 0! В прошлый раз, когда у Бруно было 0 подписчиков, он не снимал целых полгода. Полгода без роликов Бруно. Я такого не стерплю. Так не должно быть, поэтому, пожалуйста, прямо сейчас проверьте подписку. Это сделать очень просто. Нужно свернуть ролик и нажать на кнопочку подписаться. И тогда Бруно увидит, что у вас не 0. О, как обычно, очень-очень много.
немного. Поэтому поскорее сделайте это, пока Бруно не заметил. И заодно я подпишусь. Все, одна подписка есть. Поэтому я надеюсь, что вы тоже подпишетесь на канал Вильяма Бруно, и он не впадет в депрессию. Поэтому сейчас тыкайте на кнопку подписаться. Давайте, тыкайте, тыкайте. Кажется, все вернулись подписки. Сейчас проверю. Вот, ребята, я вижу. Уже 7 миллионов. Еще чуть-чуть, и скоро будет 8 миллионов. А там и 9 недалеко. Ребята, это все благодаря вам. Большое вам спасибо. Но я начинаю волноваться насчет Бруно. Пойду проверю. Надеюсь, он еще не заметил, что вас было 0. Ребята, я надеюсь, с Бруно все в порядке. А я, знаете, что я подумала? Кто в нашей тиме, команде самый главный? Кто капитан? Я думаю, что я. Потому что Бруно — это буква Б, она вторая. Алина — это буква А, она первая. Поэтому я считаю, что я должна быть главной в этой команде. И вообще назвала бы команда именем Алины. Вот, ребята, если вам нравится идея, напишите об этом в комментариях. Чья команда? Алинина или Бруно? Ух, я надеюсь, с ним все... Ребята, там тот самый Соник, который был в игре! Побежали! Ребята, это точно не приколы Вильяма Бруно! Он не шуткует! Это что-то реально пошло не так! Что же мне делать? Ребята, давайте думать здраво. Возможно, это мой невыспавшийся мозг сейчас генерирует разные страшные картинки. Тем более, я несколько минут назад играла в Соника. Выплывали страшные картинки из-за Бруно. И получается, что мой мозг сейчас иллюстрирует все мои мысли. Надо поспать. Но сначала надо узнать, где Бруно. Куда он пропал? Бруно, ответь. Алло, привет, Алин. Привет, Бруно. Где ты? Я до сих пор жду тебя в видеочате. Да в каком видеочате ты сидишь? Ты ведь отключился. Че ты меня брешешь? Алин, хватит прикалываться. Это ты отключилась. Почему ты перестала играть со мной в Соника? Давай возвращайся обратно в видеочат. Ух ты так. Ну я сейчас вернусь и посмотрю. Все, Бруно, я уже в чате. Ты меня видишь, Бруно? Привет, Алин. А ты где была? Ты почему отключилась от видеочата? Это ты меня тут с подписчиками не обманывай. Это ты лагал и вышел из чата. Ну ладно, ты меня поймала. Ну, да слушай, у меня просто залагал немного компьютер, и интернет отключился. Но уже все хорошо, ведь Соник все почини... Что ты сказал? Соник? Ребята, Бруно только что сказал Соник, я точно слышала! Что? Ты сказала Соник? Ты хочешь поиграть в Соника? Бруно, я не хочу в Соника поиграть. Прошлый раз, когда я в него играла с тобой несколько минут назад, между прочим, я не могла выключить игру, и она вся залагала. Я думаю, что лучшее время сейчас для сна. Не-не-не-не-не, Алин, давай поиграем в Соника. Нет, Бруно, я не согласна. Я тебя уже победила в этой игре. Слушай, я просто... У меня комп лагал, и я не мог показать полностью свой скилл. А теперь я хочу отыграться. Ну, пожалуйста, один разочек. Я хочу еще разочек сыграть с тобой Соника. Бруно, ладно, я соглашусь, но перестань так говорить. Меня это... пугает. Одну игру играем. Кто выиграл, тот значит и выиграл. А потом спать. Ура! Ладно, я запускаю Соник. Я говорю, перестань так делать. Ладно, ладно, прости. Да я просто прикалываюсь. Просто прикалываюсь. Давай, запускай, я уже в игре. Бруно, ладно, я сейчас запущу. Нажимаю, все, запускаю. Давай на счет 3 начинаем игру. Давай, 1, 2, 3. Погнали! Ты это видишь? Вместо колечек у нас лайки! Да, не знаю, это, видимо, какое-то странное обновление, но выглядит прикольно! Бруно, а давай вместе с подписчиками сыграем в Соника! Они будут собирать лайки под этим видео, а мы соберем лайки с помощью Соника! И у кого будет больше лайков, тот и победил, да? Да, поэтому, Бруно, давай скорее собирать! Все-таки мы вместе с тобой играем! Ребята, смотрите! Будет счет лайков!
лайков мой, счет лайков Алины и количество лайков под этим роликом. И если под этим роликом будет больше лайков, чем у нас, тогда вы победили. Все, погнали, Бруно, давай собирать. Ребята, у вас есть несколько секунд, потому что игра не очень долгая. Бруно, сколько у тебя уже много лайков? Слушай, очень много. В этот раз я точно тебе выиграю. Ты меня никогда не выиграешь. Я докажу свое чемпионство. И финиш! Ты это видишь? У подписчиков 70 тысяч лайков. Ага. Блин, Алин, мы проиграли подписчикам. Даже если сложить наши с тобой числа, у нас не получается выиграть. Мы немножко отстали. Ну, мне кажется, потому что подписчики профессионалы своего дела. Они-то знают, как набирать лайки. Ребята, поздравляю, вы выиграли! Вы классные! А давайте так, ребята, кто только что с нами играл в эту игру в набор лайков и нас победил, давайте каждый из вас напишет комментарий под этим роликом с текстом «Я вас выиграл!» И каждому, кто напишет такой комментарий, я подарю небольшой подарочек. Я думаю, мы договорились. Слушай, Алин, а так-то я неплохо только что сыграл. Бруно, может, ты и сыграл неплохо, но на втором месте я, а ты на третьем, поэтому ты проиграл снова. Нет, я не могу проиграть. Соник Икс. Давай еще одну сыграем, Алин. Я хочу еще одну партию. Давай, еще один раз сыграем. Давай, давай, Алин, давай. Бруно, с тобой все хорошо. Конечно, я просто кайфую. С тобой давай поиграем еще разочек. Я хочу отыграться. Давай сыграем в Соника. Бруно, ты мне обещаешь, что это будет последняя игра? Да, да, это точно будет последняя игра. Ладно, а потом мы пойдем спать. Да? Ладно, Бруно, тогда давай еще одну игру и все. Ты готова играть? Я готова играть. Раз, два, три. Так, Бруно, я тебя обыграю в этот раз. А, Бруно, у меня что-то с экраном. У меня почему-то Соник на весь экран. Что? Бруно, у меня ничего не работает. Опять игра заглючила. Бруно, так нечестно. Все честно, Алин. Все предельно честно. Давай так, если ты сейчас проиграешь, то ты больше никогда не уснешь. Бруно, я хочу спать, я не согласна, Бруно. И... да, я выиграл. Алин, я тебя выиграл. Я набрал большее количество баллов. Бруно, пока я играл, у меня тут Соник на весь экран страшный. И еще ты себя страшно ведешь. Перестань, пожалуйста. Давай играть в Соника. Играть в Соника еще один раз. Еще. Бруно, ты мне, во-первых, обещал. Очнись, перестань себя так вести. Ты меня пугаешь. Бруно, очнись. Алин, ты здесь? Я тут. Ты чё тупишь? Слушай, Алин, сейчас было все как в тумане, как будто бы. И с тобой все в порядке? Я просто как будто бы страшный сон только что увидел. Последние полчаса вообще не помню. Да со мной все нормально. А с тобой это как? В смысле ты не помнишь? Мы с тобой в Соника тут играем. И ты меня заставляешь в него играть вечно. Мы с тобой в Соника играли? Да, Бруно. Слушай, а может сыграем в Майнкрафт? А давай, Майнкрафт! Это моя жизнь! Ой, а это кто? Да, это ты? Нет, я же вот, я тут, я в этом окошке, это третье окошко. Эй, ты кто? Это твой друг. У меня нет друзей с черным экраном. Эй, ответь! Ой, блин, у меня Соник включился. И у меня. Кто выйдет из игры, тому конец! Бруно, все! Я выключаю эту игру! Мне это не нравится! Стой, подожди, Алин, может не стоит? Алин! Алин! Алин, у тебя там Соник этот! За спиной, Алин, обернись! Обернись, Алин! Алин, Алина вышла из чата. Блин, сейчас ее наберу. Алло, Алин! Алин! Алина вышла из игры. Я вас предупреждал. Алло! Алло! Это кто? Вот, блин, кажется, зря мы эту игру скачали. Ладно, я просто схожу в комнату Алины и проверю, как она. Алин! Алин, ты где? Алина! Ладно, попробуй еще раз ей позвонить. Давай, возьми трубку.
А вот ее телефон. А где тогда Алина? Ребята, кстати, вебка Алины до сих пор работает, как ни странно. Ой. Соник, ты что, у меня за компом сидишь? Я не просто Соник. Я Соник Еукс. Да, ладно. Слушай, а где Алина? Можешь ее вернуть, пожалуйста? Ха-ха-ха. Алину я тебе уже не верну. Ее больше нет. Да как нет? Я же только что с ней сидел в видеочате. Что ты врешь? Скажи, где ты спрятал Алину? Давай играть в Соника. Да не хочу я играть в Соника. Сначала верни Алину, а потом, может, и поиграем. Если выиграешь меня, тогда я верну Алину. Блин, Алину-то по-любому нужно возвращать. Ладно, хорошо, давай один раз сыграем. Но ты мне обещаешь, что точно вернешь Алину, если я тебя выиграю. Ха-ха-ха-ха-ха, договорились. Хорошо, ладно, сейчас я постараюсь прям на всю, ребята. Нужно этого Соника выиграть. Ладно, давай на счет три начинаем тогда, ладно? Раз, начали! Подожди, ладно, играем. Слушай, Соник, у меня все лагает. Почему у меня все лагает на этом компьютере? Ха-ха. Давай заново начнем, так ведь нечестно. Все честно. Ладно, хорошо, сейчас я все равно с этим справлюсь. Блин, как же все глючит. Давай. И да! Я тебя выиграл, Соник. Слушай, это было сложно, но я тебя победил. Поэтому давай мне возвращай Алину, срочно. Ха-ха-ха, ты правда мне поверил. Никого я тебе не верну. Я тебя обманул. Ты ее больше никогда не увидишь. Блин, ты что, просто хотел со мной в Соника поиграть? А я на это понялся, как дурак. Все, я удаляю эту игру с компьютера. Удалить. Все. Зря ты это сделал. Ой, Соник отключился. Так, ладно, нужно от этой проблемы как-то избавляться. Ну, а точнее, от этого Соника Эух, как он говорит. Ладно, может быть, в интернете есть какая-нибудь информация об этом. Так... Кажется, что-то нашел. Ага, так, ладно. Все, понял. Ребята, в этой статье... Блин, это же не ноутбук. Все время об этом забываю. Ребята, в этой статье в интернете было написано, что этот Соник Эукс очень страшное существо, которое может вселяться в разум людей. Это буквально вирус компьютера, который воплотился в реальную жизнь. И от него очень сложно избавиться, но, тем не менее, один способ есть. Я не знаю, как его реализовать, но там написано, что избавиться от Соника Эух можно следующим способом. Найти 3 золотых кольца, прям вот как в игре, и кинуть их в этого Соника Эукс, и тогда он должен исчезнуть. Я понятия не имею, где искать эти кольца, но возможно, если он пришел в наш мир, вероятно, колечко где-то тоже должны были вместе с ним прийти. Ладно, пойдемте поищем. Ну где мне искать эти кольца? О, а вот, кажется, кольцо, которое мне нужно. Супер! Еще 2 таких! Бруно! Бруно! Алин, ты жива? Дай кольцо! Дай кольцо! 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 Алин, смотри, там 100 колец! Это не Алина! Кольцо! 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 О, это же 2 кольцо! Супер! Вот, блин! Так, кажется, она не понимает, как открывать двери. Ладно. О, а вот и 3-е кольцо. Вот как раз его мне и не хватало. Вот, блин. Эй, Соник, лови. Еще держи. Соник, отстань! Сработало, ребята! Алин! Алин, я уничтожил его! Ой! Алин, привет!
Алина, я вижу, что ты не спишь. Давай, просыпайся. Давай, вставай, Алин. Я уничтожил Сонька и Укс. А как же поцеловать, что принцесса проснулась? Да мы же с тобой друзья, ты чего? Алина, мы победили Соника. Что произошло-то? Ты вообще ничего не помнишь? Я вообще ничего не помню. Я помню, как я играла в игру Соника вместе с тобой. Потом я закрыла игру. И после все. Этого Соник и Укс вселился в твой разум. И овладевал им до момента, пока я его не уничтожил своими тремя колечками из игры. То есть Соник Аукс был у меня в голове, в головушке моей. И он знает все мои секреты. Надеюсь, нет, потому что он бы тогда вообще сошел с ума. Ну, ребята, этот странный монстр, во-первых, какой-то очень... необычный, новый. Это новый облик Соника, Соник Аукс. Я бы хотел найти его логово. С дроном мы точно сможем найти логово Соника Аукс и уничтожить его. Но нужно спросить у зрителей, интересно ли им такой ролик. Если вам интересно, ребята, можно проверить только... проверенным способом. Да. Если под этим роликом соберется 100 тысяч лайкусиков, вот прям под этим видосом, тогда мы обязательно запустим дрон и найдем еще раз этого Соника Аукс. Ну а сейчас тыкай вот сюда, давай! Тыкай на этот видосик и кайфуй вместе с нами, ведь тут невероятные приключения меня с Алиной.